Смысл в чем? В том, что мы должны совместно, без ругательств, распределить еду на 2 дня. А, поэтому ты позаботился обо мне и купил себе одно, да? Ну, чтобы деньги целые. Спасибо, брат. Да, Макс, ну ты серьезно, что ты как будто... Мясо, это можно порезать было мне в дошек. Какими есть, руками? Да? У меня чистые руки. Я даже хочешь, в виде сердечка тебе сделаю сейчас. Что? Ты с меня прям роняешь! Все, короче, я тебе серьезно говорю, либо я останавливаю эксперимент, либо ты это съедаешь. Привет всем. Короче, это мое первое видео будет. Мы поспорили недавно с Максом, то, что нереально прожить вдвоем на целый косарь. Учитывая его трату, вы бы знали, сколько он только на бензин тратит денег, я думаю, навряд ли у него это получится. Потому что он мне рассказывал историю, когда он был студентом, он там чуть ли не на 1000 жил полгода. Вот посмотрим. Но он сам и про меня говорит, он знает, что я люблю покушать, очень вкусно, и говорит, я не справлюсь. Как вы думаете, справится ли... А, вот он как раз идет. Здорово. Что, ты ябничаешь? Я ябищу. Ну, не вывезем никак. Тысячу. Ты сейчас на 1000, ну, смотри, сразу закупишься рублей на 900. Если мы будем плюс-минус равномерно, типа, распределять деньги, а не так, что только себе сейчас накупишь, мне ничего не останется. Нет. Ребята, он жрет вообще вот только в путь. Ну, я думаю, видно. Смысл в чем? В том, что мы должны совместно, без ругательств, распределить еду на 2 дня. Ты вот реально... Так на вкусы в еде даже разные. Ну, что, конечно, ты креветки жрешь, например. Какие креветки? Он, короче, он на 1000 рублей может просто креветок накупить себе. Там вот такая вот порция получается, и покушать. Но, то есть я очень надеюсь, что у нас не будет никаких конфликтов с ним, и мы, ну, я надеюсь, так и будет. Вообще, да. На косарьте прожить 2 дня изи, это считай, ну, если даже распределись по 500 рублей на 2 дня, это по 250 в день, ну это легко. Ну, даже просто пачку пельменей, да, попить можно купить, и все. Ну, да. Ну, в общем, что я планирую сделать? Мы не будем делить эту 1000 по 500 ему, по 500 мне, мы будем закупаться на двоих и распределять потом, но... то есть вечером, когда ты будешь дома, ты обещаешь, что не будешь есть ничего, что есть, если вдруг у тебя. Как ты узнаешь? А как я узнаю? Да, ну а в чем? Ну, а может быть, вы вместе где-то будем? Ночуете? Ну, блин, палатка. Как вариант. Ну, вместе, значит, останемся. Просто ты у меня или я у тебя? Здесь, ну, у тебя. У меня просто соблазн больше будет. Ну да, ну просто смысл какой врать здесь, если это, ну, чисто дружеский спор. Просто, ребят, суть в чем, раньше я реально на 15 тысяч жил месяц, учитывая, что за квартиру половину отдавал, то есть там, грубо говоря, 1007 оставалось на месяц, и я спокойно жил. А сейчас я не понимаю, что-то пошло не так, и деньги улетают, я не понимаю вообще куда, хотя я особо не трачусь. Я жил на 700 рублей в неделю. И плюс я еще учился, я ездил, я тренировался. Вот. Так что... Но, к счастью, жизнь сложилась так, что мы больше не нуждаемся в такой жизни, и поэтому мы хотим сейчас поэкспериментировать и посмотреть, остался ли еще порох в пороховнице. Ну, короче, у тебя навряд ли он остался, учитывая твои вкусы, твои запросы вечные. Что-то ли мои щеки, твои щеки. И что? И ничего. На твоей, на моей? Что на твоей, на моей? Ну, на машине. Ты офигел? Мы живем на ты. У тебя и у меня сколько она жрет? Тут сейчас доехать минимум 150 рублей уйдет бензина. Ну, полтинник не считается. Нет, это считается. Мы пол... То есть, как будто все, вот, у нас ничего нету, одежда. Ну, смотри, такси рублей, рублей 80 будет стоить. Такси 80, ну да. А обратно тоже 80. На обратно? 160 рублей. Это туда, на пешком, а назад с пакетами уже. А, хотя с пакетами мы много не накупим. Ну да. Ладно, нет, пойдем пешком, короче. Вот видите, опять вот начались его вот эти повадки. Ой, здесь надо на машине, здесь надо на такси. Жди меня. Я с тобой вернусь послезавтра. Смотри, я предлагаю сейчас купить лук, морковь и небольшой кусок мяса. Можно будет сварить типа суп. Он достаточно... Давай еще брокколи купим, будем брокколи питаться. А что нет? Редиску. Брокколи дорого. Бля, ты что прикалываешь? Давай уж тогда, если уж так во все тяжкие, просто сейчас пойдем у кого-нибудь с огорода напиздим и все. Нет. А смысл покупать зелень всякую? Просто вон травы нарви, да поешь. Не то, что зелень. Ты не наешься этим. Я могу вкусно приготовить. Смотри, купим рис, он же недорогой. Купим гречку. Смотри, дошик, колбаса и яйца. И просто туда в дошик. Какой? Ага, и до свидания, твой желудок. Нет, покупаем, как я скажу. А схерали? А почему ты решаешь? Все? Да. Чек взял? Взял. Пруф, давай.
Стоп, а я не понял. То есть мы полсуммы сейчас потратили? А сколько взяли? На 542, больше даже мы потратили. Чего? А. 442? Ну, тут три чека, то есть 45. Это пакет 410. Сколько? 450 рублей. 460 даже. А хлеб взяли? Вы же хотели хлеб, попить не взяли. Хлеб, наверное, не будем. Попить возьмешь тогда? Воды обычной, самой дешевой, рублей на 15. Это что это? Я сейчас с камеры пожал. Зачем? В смысле, Макс? Какое мороженое-то? О чем? Ты на полтинник не купишь мороженое попить. На что? На полтинник не купишь мороженое попить. У тебя 500? Мне 500 дал, да. А, это он тебе дал, что ли? Да. Я думал, он тебе полтинник дал. Мне 500. У него нет полтинника. Бахцы! Нормально. И лимон не нужен. Он сейчас меня убьет. Я боюсь. Да ладно, чё. Ну сейчас агрится. Ты чё? 340. Ты офигел 340? Где вода? Вчера ты эту купил. Выбираешь? Ребят, скажите ему, что там по скидке было. Нам на туре 75 рублей или 76. Скидка. Нифига ты эту воду купил. Это со скидкой. Это почём? Это я не знаю, рублей 40, наверное. Да не злись. Блин, ну серьезно, ну как? Ну не злись. Как мы... То есть на завтра, смотри, осталось 300, ну там сколько? 400 где-то. 400 рублей. Ну все, нормально, нам в принципе... Ну нафига ты это купил? Я не удержался, такая жара, я в такую жару так хочу мороженое. А это... Ну блин, ну со скидкой же нормально. Ну это вообще нифига не нормально, Макс. Кола, ваниль очень вкусная. Что его теперь делать? Не, ну я тоже, ладно, хочу. Что, домой? Готовишь? Ты на свои деньги купил или ты ему тоже купил? Он на свои купил. На свои. Точно? Это я на завтра. А чек где? Покажи мне. Он не взял. Там правда до сотки вышло? Честно, а, ну хотя сдачи-то больше сотки вышло. Ну 340 я тебе принес. Пошли. Да довольны. Да ты что, довольный? Ну вы что, достал меня? Так, давай сокнитесь. Ну, дай доем, потом просто... А мы же... То есть мы договорились с ним, я попросил, говорю, давай снимем эксперимент. Давай снимем. Договорились. Решаем вместе. Она божественная. Решаем, говорит, вместе. А итог? То есть он сам молча пошел, за спиной у меня... А потому что ты мне разрешил. Ну, ты все это на камеру вставил мне нож в спину из мороженки. Ну смотри. То есть я никогда не думал, что из-за мороженки убью человека, а я его убью сейчас дома. Кто захочет пирожок, я тебе тоже разрешу, скажу, покупай. Нет. Мы не должны ругаться. А надо держаться. Конечно, ты съел мороженое, и ты довольный сейчас, все хорошо. На жаре, я иду по тебе. Я хотел тебя тоже взять, но потом, потому что если возьму два, ты еще сильнее разозлишься. А, поэтому ты позаботился обо мне и купил себе одно, да? Ну, чтобы деньги целее остались. Спасибо, брат. Побольше денег осталось на завтра. Блин, серьезно, просто мало ли ты бы не стал бы его есть, мне пришлось бы два съедать. Блин, ну мне кажется, нам эту чисто на два дня может хватить. Ну, вообще, я думаю, да. Ну просто проблема в том, что я вечером поеду где-то час или два кататься на велике. А после, ну это считай, как полноценную тренировку, знаешь, как жрать хочется. А ты оставишь мне денег, когда будешь уезжать? Конечно. А вдруг ты там будешь попить себе, покупать еще что-нибудь? Не буду я ничего покупать. Я за спиной ничего не буду покупать, ну наверное. Ну оставь мне соточку хотя бы. Нет, да ты ее потратишь на какую-нибудь фигню. И что, ну соточку, у тебя будет еще 300 с чем-то. Нет, сейчас надо будет, вот, ну что делать. Поставишь кипяток, а бегланч свой сожру. Давай, может, я тебе гречку сделаю нормально. Да не ем я гречку. А потом оставишь себе это. Я не ем гречку. Потом я буду есть то, что останется. А сейчас я хочу вот эту вот штуку. Вот эту вот. Вот. Ты просто не знаешь, как я вкусно ее делаю. Да не ем я гречку, не люблю гречку вообще. Ну ладно, сделал тебе бигланч. О, готов? Пожрать. Да. Я сделал сервировку. Ты что недовольный такой? Сосиску мне порезал туда? Нечего. И самое главное, не забывайте гостям всегда делать сервировку. Ну, чтобы красиво все выглядело, потому что приятнее есть. Спорим, ты даже поймешь, где твое блюдо, а где мое. Смотри. Что там понимает, у меня большая упаковка. Максим, ну-ка. Кирилл. Ты чего здесь прикалываешься? Разрезаешь? Ну просто она горячая, я не смог разрезать из-за этого как его. Попробуй гречку, она реально вкусная. А почему кетчуп, да? Да не, я хотел разрезать, она сейчас остынет сейчас и пожрем.
Ну что ты не ешь гречку? Я не ем гречку. Я сосиску только съем. В смысле? Где мой дошик? Я его на вечер оставил тебе. Да какой вечер? Я сейчас бы его съел. Тебе, ну, типа, мясо надо пожрать. Да, Макс, ну ты серьезно, что ты как будто... Мясо, это можно порезать было мне в дошик. Какой-то... Ай, ну, острый. Че, как сосиска? Нормально сделали? Сыровато. Сыровато. Ну, я ее в этом сделал, потому что... Шрановки? Угу. Смотри, попробуй, кстати. Гречку не буду есть. Ну, а можно же я использую... Главное знать, что не ем вообще крупы. Да, я ему сказали. Ну, прям чуть-чуть. Он всю жизнь знает, что я крупы не ем. Он издевается. Попробуй. Может, специально? Это чё? Чё это такое? Табаско? Ну нет, это не то. Ой. Попробуй. Слишком много, наверное, добавил. Это острая штука, да? Да, да. Попробуй. Мне нравится. И чё, ты уже наелся? Да не буду я это есть. Я ладно, не буду. Я сам сделаю лучше. Я не буду есть. Аккуратно, наверное. А, все, она остыла. Ну, почти остыла. Я не буду это есть. Остыло, нормально? Давай, Кирюх, делай. Ой. Свинья. Макс, ну ты должен поесть. Да ну, серьезно. Да я не буду есть это. Гречка, полезная. И пальцами потыкал мне туда. Ты же Макимон? Порции огромные. Да, они большие. Я же тебе говорю. Я поэтому не просто так. Да поешь. На, смотри. Да не буду я есть гречку. Я не люблю гречку. Вкусная. Ну ты что мне навязываешь-то, не пойму? Ну попробуй, ну хотя бы вилку. Приготовь мне Биг Бон мой, или как он там назывался? Он просто мороженое поел. Биг Ланч. Поэтому не хочет. Вечно съест, куда он денется. Что? Ты к свинья прям роняешь. Ребята, смотрите, какой свинтус вообще. Чтобы я пришел, это было съедено. Договорились? Я сейчас коту скажу. Иначе не будет никакого десерта. То есть ты мне мстишь, или так? Не мщу. Я тебе дал нормальное питание. Да ты задолбал руками трогать. Ну, смысл? Но все равно есть. Какими руками? У меня чистые руки. Даже хочешь, в виде сердечка тебе сделаю сейчас. Чтобы... Да не, он правда руки моет что-то. Я же мог... Да смотри, ты накрошил, как? Ты это убирать все будет. Где я накрошил? Хоть... Да весь пол! Да весь пол в гречке. Все нормально. Все, короче, я тебе серьезно говорю, либо я останавливаю эксперимент, либо ты это съедаешь. Ребят, купил, короче, я алоэ, шоколадку и M&M's. Вот, еще сдача осталась. Как Кирилл не видит, я хочу сыграть в одну очень интересную игру. Куда свать их? А, сразу может быть попытка. И попытка. Макс, а как ты себя чувствуешь? Ты же засрал эксперимент Кирюхи. Я не засрал еще. А, пока еще нет. Все. Еще будет. Что, сорвалась? Угу. Ну, давай. Смотри, казалось то, что дальше. Лохотрон. Очень тяжело, да? Да. Че? Да блин! Мне кажется, ты проиграл все деньги. Че, есть еще? Еще одна попытка. Последняя? Угу. Да, она куда-то в бок смещается, когда вниз, она нечисто вниз опускается. Ну да. Нечистая игра, да? Где осталось, нет? Нет, все. Тут что, жвачки есть? Мы снимаем, ребят. Потом. Короче, ребят, так как остался последний день, я решил немного себя порадовать. Ну, я думаю, Кирилл тоже это не откажется, алоэ он тоже любит. Вот. Я взял, короче, шоколадки вот такие. Ну, все равно последний день, а суть в чем? Лимонад он мне засрал вчера, пить было нечего. И мне пришлось пить реально воду. Поэтому сегодня я решил все-таки пойти на риск, купить алоэ. Вот. А ел я вчера дошики, то есть я съел свой дошик, его дошик, потому что макароны мне так и не приготовил, а готовить я не люблю и не умею. Вот. Сам он ел гречку, то есть ему нормально.
Ну, слушай, без сосиски мы практически все доели, по-моему, там одна что ли сосиска осталась. И то он сказал, то, что он коту ее отдаст. Ну, коту так коту, а я... О. А ты что, здесь катаешься, что ли? Да, Макс, ну, блин, просили же, нет, ты какой. Ну, последний день же, до завтра ну, мы чё, протянем. Сейчас, ребят, чтобы вы понимали, 6 часов вечера, и то есть завтра днем уже все, конец эксперимента. Ну, смотри, ну, да, греч... макароны остались, может приготовить. Смотри, это только прикольно с фундуком. Тебе нравится такое? То есть у нас сколько денег? Сколько ты потратил денег? 260 и 40 рублей потерялись. В смысле потерялись, где они могли потеряться? А ты что смеешься? А я просто снимал, я снимал эксперимент. Он его засрал, я не виноват. Мы же с тобой хотели, получается, потратить их, ну, с пользой. Ты этим не на... Я это не буду есть. Будешь. Это вредно. Ну ладно, буду. ММДМС буду. Но только все равно это не причина. Ну смотри, мы же протянем. То есть остались макароны, которые так ни разу еще не готовили. То есть сейчас макарон пожрем. Ты будешь сегодня и завтра макароны жрать, да, сосиски? Ну завтра все, да, завтра я потерплю, завтра сразу сосисками. Одна сосиска сказала осталась. А ты завтра до вечера сможешь, выдержишь? Не до вечера, мы начали-то днем. А, мы начали в 12 дня, то есть изначально. Ну, поэтому... Я думал, мы до вечера следим, нет. Через 2 дня. Нет. 2 дня ровно, 2 суток. Да вы все равно, блин, Макс, погнали. Ну ты вообще офигел. Ну, ну нафига эту штуковину покупать? Болтыхай вначале. Она вкусная. Я знал, что ты ее тоже любишь, поэтому я и взял. А ты что, накатался? Ты домой погнали? Ну, пошли. Пока мы все не съели. Ну ты же не сегодня, а завтра будешь жрать тогда. Откроем. Сегодня у нас надо еще дошки. Какие дошки? Дошки я съел, пока откатался. Ну свой я вчера съел вечером, а твой сегодня доел. Ну а что мне жрать, я не умею макароны готовить. Душики, такой наивный. Ага. Короче, его дошка тоже съел. Ну вот я объясняю то, что я хотел есть, он куда-то уехал, а мне что делать, чем мне питаться? Ну да, так тоже верно. Да в принципе эксперимент все равно пройден, потому что, ну это изи. Я поэтому ну, и да. потратил то, что, а смысл? То есть что мы еще купим? Еще сосисок что ли, блин? Ну да. Так что, Кирюх, давай, может, второй. Да не надо мне ничего. Рублей. Я просто сделал ничего вывод не хочется. Сейчас. Себе. Я сделал вывод, то, что с Максом распределять бюджет, если куда-то там поедем, я не буду. Да, кстати, ребят, если кидается. Вам этот ролик зайдет, то мы снимем еще один, там уже по соточке, может, будем тратить. По соточке тебе на этот ролик будет на 20 секунд. Ты просто купишь, ну серьезно. Я как раз распределил на 2 дня. То есть, если бы у нас был бы меньше бюджет, я бы, естественно, все не покупал. Потому что я понимаю, то, что у нас до хера денег. То есть, по сути, косарь на 2 дня это до хера. Ну вообще да. Ребят, то что нет, не я так вот типа трачу бесполезно, а просто реально, ну, много больно. Я считаю, надо было сумму меньше тогда сделать, чтобы ты почувствовал власть денег сейчас, когда увидел 1000 в своих руках и начал тратить на всякие сладости. Если было у нас 500 рублей, нам бы как раз хватило только вот сосиски и ну твой вот. Дош. Короче, ребят, если вам этот ролик зайдет, то Кирилл уменьшит сумму, и мы будем уже на меньшую сумму выживать. Потому что это не выживание, это лакшери. Ты будешь обманывать меня. Кстати, да, я ты еще... сам сваливаешь куда-то, свалил куда-то, блин, а мне что жрать? Я еще раз хочу сказать то, что моя немножко ошибка, наверное, была, то, что сумму все-таки большую. Да. Потому что по факту у нас остались еще сосиски, даже несмотря одна. На то, что... Одна? И то коту. Ну, я в дошку себе порезал. А, серьезно? Да. Ребят, чтобы вы понимали, сейчас идет второй день, просто мы очень многие моменты, возможно, Кирилл не ставит, я не знаю, какие именно, то есть вот с вечера ты будешь, как мы в КС-ку там играем, короче, не знаю, ролик там, очень долгий получится. Темно, да, там часа на полтора, наверное, получится, поэтому, я думаю, основные моменты, самые веселые, какие, где мы ругаемся, где мы спорим, вот только их я добавлю. Монтировать я очень хорошо не умею, так что это, не судите строго, мой первый видос. Ну что, сейчас сколько времени у нас? Сейчас скажу. 12:30. Ну, я думаю, можно уже официально сказать, что эксперимент закончен, да, остается там полчаса, вот, что могу сказать. Во-первых, спасибо, кто досмотрел до конца этот ролик. В целом, какие у тебя ощущения от эксперимента? У меня двояки, с тобой жить невозможно. В целом, тебе нормально в твоей хате, ты уже третий раз переоделся, или сколько туда? Я просто в потной майке хожу уже 3 дня. Я, кстати, тоже. Ну, сейчас напомню, что я не буду вставлять видео, как мы дома сидели и так далее. Я добавлю самые интересные, самые как раз конфликтные ситуации, самые смешные ситуации. Ладно, всем спасибо большое, ставьте лайк, подписывайтесь. Пишите в комментариях, стоит ли такой формат снимать или нет. Пока.